Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки, по данным управления Роспотребнадзора, выявлено 109 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики таких случаев 62. В Мегино-Кангаласском районе 10 случаев, в Сунтарском и Чурапчинском улусе по 7 случаев. Особое внимание обращаю на данные улусы в связи с тем, что обстановка в них, соответственно, напрягается, в связи с чем необходимо более четко соблюдать все требования и как соблюдение режима, так и вакцинации. В Бамгинском улусе зарегистрировано 4 случая, в Усть-Алданском, Нерюнгринском по 4, в Вилюйском 3, в Намском, Оленёкском по 2, в Алданском, Верхоянском и Кобяйском по 1. Нашими лабораториями и лабораторией управления Роспотребнадзора продолжают проводиться исследования. За последние сутки проведено 3078 исследований и всего обработано за весь период пандемии 1 106 114 тестов на территории республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в республике продолжается массовая вакцинация граждан республики против коронавирусной инфекции. На настоящий момент, благодаря действиям органов государственной власти республики и главе республики, уже поступило 196 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу у нас получило 148 831 человек. Вторую вакцину получили 105 707 человек. Из них двумя дозами вакцины защищены 26 810 лиц старше 60 лет. Необходимо обратить внимание, что из поступившей вакцины у нас использовано 76% от общего объема вакцины, поступившей в республику. В течение недели все районы республики, где на настоящий момент учреждения здравоохранения отказывают вакцинации в связи с отсутствием вакцины, во все учреждения здравоохранения улусов и районов республики поступит соответствующая вакцина, и в связи с чем граждане республики смогут получить вакцину как непосредственно в поликлиниках, так и по месту своей работы при организации работодателем соответствующих условий. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, к сожалению, как и вчера, количество тяжелых случаев в республике не уменьшилось. Более того, сегодня у нас увеличилось количество летальных исходов, в том числе и летальных исходов, которые непосредственно достаточно долго врачи боролись за жизнь этих людей. В связи с чем огромная просьба все-таки к вам от властей и, по сути дела, такое вот пожелание, конечно же, в обязательном порядке вакцинироваться, так как вакцина сегодня является единственным способом и действием для того, чтобы непосредственно снизить все риски, которые возможны при заражении коронавирусной инфекцией. В связи с чем мы приглашаем на наши пункты вакцинации, а также, как и месяцы два назад, и три месяца назад, оперативный штаб обращается к руководителям организаций о том, что непосредственно по заявке ваше учреждение организации могут выехать учреждения здравоохранения для того, чтобы провести вакцинацию работающих на ваших организациях и предприятиях, для того, чтобы обеспечить прежде всего безопасность нас с вами в этих сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции.